В Голливуде бы ее назвали «Человек-стекло». Ева Нестерова, 12 лет, год из которых подвижная девчонка старалась жить не дыша. Я ломала руку 3 раза, даже в школе. Я когда выходила из кабинета, я просто столкнулась с мальчиком рукой и сломала ее. То есть мне было даже в школе опасно находиться. Год назад Ева неудачно упала с велосипеда. В результате образовалась киста плеча. Это полость. Все, что осталось от половины кости, оболочка толщиной в миллиметр. Здесь кость более плотная, видно. Здесь деструкция, она менее плотная. Скорее похожую на пергамент. Кость сначала лечили традиционно, но эффекта не было, так как болезнь просто съедала ткань. Тогда врачи пошли на рискованную операцию по протезированию. Очень опасно тем, что там находится масса сосудов и нервов, знаете, да? И мы, конечно, учитывая то, что это девочка, мы сделали из небольшого вот доступа, наверное, 7 см. Операция была такая малоинвазивная. Заменили почти 16 сантиметров кости. Выглядит это скорее трубкой, вставленной в сустав и кость. Но уже через несколько месяцев трубка обрастет костными клетками и не будет выделяться на рентгене. Последний раз подобную операцию проводили 3 года назад. А всего за долгую практику Арсена Осипова подобных вмешательств было не больше 50. Поэтому он обращает внимание на полную сохранность руки. Все функции нервов абсолютно интактны. Это лучевой нерв, это локтевой нерв. Еще пальчики, видите, еще отечные. Спустя 3 дня после операции девочку уже выписывают. На восстановление дают год. Так что через год Ева уже видит себя в бассейне и на танцполе. Анастасия Дороган, Николай Шелко, «День с толком».